Павлодаре идет подготовка школ и детсадов к учебному году. Капитально ремонтируют 32 объекта. Из бюджета на эти цели выделено свыше 700 миллионов тенге. В список попали наиболее старые здания, построенные 40-50 лет назад. Если в одних меняют кровлю и полы, то в других укрепляют фундамент и приводят в порядок фасады. В некоторых школах полностью обновляют столовые и спортивные залы. Все подрядчики, с которыми заключены договорные отношения, выполняют свои работы по графику. Бывают моменты, рабочие, скрытые работы, форс-мажорные обстоятельства. Эти все моменты решаются. Расторжение договора по недобросовестным поставщикам такого в этом году не было.